Можно ли с помощью прибавок избавиться от болезни Рено? И какие эффективнее ставить программы, в чем может быть основная причина данного заболевания? Ну, это достаточно серьезное и не очень хорошо изученное заболевание сосудов. На мой взгляд, и как, в принципе, и пишут, считают медики, оно может быть вызвано различными заболеваниями. То есть какие-то заболевания предшествовали данной проблеме. Поэтому здесь по-хорошему надо анализировать, чем страдал человек до всего этого, чтобы все-таки как-то выйти на первопричину. Что я могу вам рекомендовать, чтобы мы все-таки приблизились к пониманию, это действительно все-таки пройти базовый 4-месячный курс очищения, посмотреть результаты этого очищения, возможно, продлить этот срок еще до года, чтобы максимально очиститься, и уже тогда посмотреть, потому что, в принципе, программа «Та же клеточное дыхание», она прекрасно, как скажем, восстанавливает именно кровообращение. А также прекрасно работает программа по сосудам, потому что там могут быть и хламидии, там может быть какие-то другие проблемы, да, именно с инфекциями, которые связаны. Может быть нарушение вегетативной нервной системы, да, то есть ряд. Но я просто знаю, что проблемы именно с кровеносными сосудами. У нас был клиент, который 7 лет страдал повышенным холестерином. Человек занимался спортом, и данная проблема для него была очень критичной. Я ему сказала пройти базовый комплекс 4-месячное очищение, и на 5-й месяц он может сдать анализ. Он был сильно удивлен, но он прошел эти 4 месяца, и на 5-й месяц холестерин у него стал в норму. Потому что на самом деле холестерин – это защитная реакция, повышенный холестерин – это защитная реакция нашего организма на какие-то проблемы. Данное заболевание также может быть защитной реакцией на какие-то внутренние проблемы. Поэтому, чтобы нам все-таки выявить вашу первопричину или хотя бы к ней приблизиться, я рекомендую пройти вот базовый курс, потому что в нем присутствуют все программы, которые вам нужны, в том числе и по, так скажем, хламидии. Да? Вы берете комплекс сосуды в норме, по-моему, в общем, тот комплекс, который у нас связан с сердечно-сосудистой системой. И идете по нему 4 месяца. И через 4 месяца мы сможем уже как бы приблизиться к пониманию, почему у вас эта проблема возникла.